дорогие женщины, вы понимаете, что мы вас не любить не можем, потому что вы снискали нашу любовь. Мы вас признаемся вам в любви и говорим: да здравствуйте вы, а мы вам всегда будем помогать так, как мы можем. И надеемся на то, что наш факультет в содружестве наших женщин и мужчин будет и дальше поддерживать свои славные традиции. Спасибо вам.